Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы будем слушать Мельшера. Трек называется «Ты не такая». Друзья мои, вы поняли, да, что мы в телеграм-канале нашем новом проводим голосование, и по результатам этого голосования мы слушаем тех, кого вы выбрали. А также напоминаю вам о том, что у меня есть две книги, которые я выложила на Литрес. И хотела бы, чтобы вы помогали мне их распространять. Ну, а у Максима есть игровой канал, который тоже желательно посетить. Ну, а сейчас мы будем слушать Мельшера, и трек называется «Ты не такая». Песенка про любовь, да? Знакомый меньше года, ты круче любого прихода. Никогда бы не поверил то, что я найду тебя. Идеальная девчонка, мечта любого парня. Веселая, красивая, умная, смешная, сексуально дикая, нежная, крутая. Но где же это оно? Она ведь ебанутая, но я люблю ее. Что-то знакоменькое. Сейчас лишь одного, это тебя любить. Давай не будешь больше мне мозги выносить. Ты не такая, ты не такая, как все. Ебанутая, ебанутая совсем. Ты можешь меня любить и тут же нахуй послать. Золотые слова. Ты не такая, как все. Ебанутая совсем. Ты можешь меня любить и тут же нахуй послать. Такую, как ты, я не могу потерять. Ты ебанутая. Вот это слово зря, а так песенка, в принципе, неплохая. Все, один остался. Ну, друзья мои, вот что такое любовь? Любовь – это когда... Вот когда так, когда женщины вообще странные люди, да, Максим? Вполне. Женщины всегда эмоциональны. Я поперхнулся слюнкой. Вот, женщины, они эмоциональнее мужчин, и поэтому у них от любой вашей фразы, кинутой и сказанной не так, и не в тему, и под руку, и так далее, настроение у них меняется настолько быстро, что вроде все было хорошо, и тут тучка набежала, и капец котенку. Вот, и вот про это Мельшер поет о том, что да, то есть вроде любит, и тут же можно схлопотать. Вот сразу видно, что он в теме, сразу видно, что
он в таких отношениях, когда ему, когда он огребает за непонятно что. Ну, вот такие, такие мы женщины вообще-то все. Вот. Кто-то чуть-чуть поспокойнее, кто-то более эмоциональный. А, все хорошо в песенке, кроме пару слов. Вот. Ну и того, что ясно, что припевчик к Мельшерскому не сделал у кого. Судя по всему, Стрыкало. Ну, а ты слушал эту песенку? Не, не ну, слушал. Послушаешь, поймешь. А вот. А так в целом, ну, я за вот за, лучше вот такие песенки пойте, когда там вот про любовь, понимаете, видно, что про любовь, видно, что прожил сам эту ситуацию. Вот. Ну, друзья мои, мне кажется, когда женщина эмоциональна и естественна, это гораздо интереснее и лучше, чем она сидит и строит из себя барышню, кой на самом деле не является. Чем больше эмоций, тем интереснее жить. С такой женщиной. Да, сынок? Тебе эмоциональная женщина или такси? Нет, тебе повезло. Тебе повезло. Ну, зато бывшие бывали очень. Бывшие не считаются. Мы сейчас про настоящих. Вот, друзья мои, ну ладно, давайте теперь оценим песенку. Я, так как я после работы вообще забыла, как мы оцениваем, значит, мы оцениваем по словам. По словам, друзья мои, у нас десятибальная система. Что у нас со словами? Со словами, в принципе, все неплохо, за исключением нескольких моментов. Поэтому мы поставим Мельшеру семерку за слова. Почему? Потому что все-таки смысла там было достаточно, и я считаю, что песенка хорошая. Вот, значит, что у нас по музыке? Ну, музыка, конечно, я не могу сказать, что было так вот вау, что она мне там сильно цепанула, эта музыка. Ну, в принципе, мне кажется, неплохо было и по музыке. Ну, тоже на семерочку, мне кажется. Давайте семерку поставим и за музыку. Клип. Так, был клип. Что у нас с клипом? Ну, все, в принципе, тоже. И даже вот окончательная точка тоже была. То есть не помирились они еще пока. Видимо, Мельшер рассказывает про свою нынешнюю ситуацию. Вот, ну, поставим ему за клип 8. Можно было бы и лучше, но, в принципе, все читалось, да? Ну, и атмосфера. Атмосфера тоже была. Давайте тоже 8 поставим. Итого, сейчас мы с вами посчитаем средний балл Мельшера. Средний балл. Телефон не хочет работать. Он перегрелся от того, что творится у нас. Что у нас творится в нашем Подмосковье? У нас просто бешеная жара и духота. Потому что еще вчера был дождик. А сегодня стало очень жарко и душно. И поэтому, конечно, даже техника. Я пытаюсь все это самое. Вот. Значит, 7 плюс 7 и 8 плюс 8, получается 14 плюс 18, 32, делим на 4, 8 баллов, нормально. Мельшер может гордиться собой, мы ему поставили 8 баллов. Всем пока!